Привет, друзья! Сегодня мы узнаем, как узнавать свои координаты на местности с помощью привязки к тем объектам, которые вы видите вокруг себя, и карты, а также некоторых приборчиков, которые вам необходимы для этого. То место, где вы, значит, когда вы находите свои координаты на карте, называется обсервованной точкой, а сам процесс называется пеленгацией. Давайте теперь посмотрим, каким образом можно найти свои координаты на карте, значит, посмотрев вокруг себя и найдя пригодные для этого объекты. Поехали. Главная задача навигации, как известно, да, знать, где вы находитесь. И поэтому мы все время должны знать, где мы находимся, для того, чтобы правильным образом прокладывать курс от этой точки в то место, куда мы с вами движемся. И один из способов нахождения своих координат – это пеленгация. Пеленгация вам помогает в тот момент, когда вы видите вокруг некие предметы. Да? Когда вы в открытом море, пеленговаться вам не на что, потому что у вас вокруг вас только открытое море и все. Но как только появляется какой-либо объект, вы сразу можете определить свои координаты относительно этого объекта на карте. Вообще, что такое пеленг? Пеленг – это линия вашего взгляда на какой-либо объект, выраженная в градусах компаса, да? То есть вы смотрите на какой-то объект и смотрите, что линия вашего взгляда через компас, да, проходит под углом там, 115 градусов к северу. Это просто записываете это число, и это и есть пеленг. Да. Что такое меняется пеленг? Это когда вы смотрите на объект, и он у вас сдвигается. Угол между линией вашего взгляда и направлением на север начинает меняться. Да. Мы говорим о том, что пеленг меняется. Это очень важно, допустим, когда вы прогнозируете столкновение кораблей, и известный такой как бы способ понять, сталкиваетесь вы или нет, когда вы смотрите на корабль или на какой-либо объект, вот, и смотрите, вы к нему движетесь, и если линия пеленга, то есть линия вашего взгляда не меняется в градусах относительно севера, то тогда вы точно сталкиваетесь. Если же объект сползает, да, вправо или влево относительно линии вашего взгляда, да, соответственно, это говорит о том, что, скорее всего, вы не сталкиваетесь. Значит, для того, чтобы понять, под каким углом к северу направлен линию вашего взгляда, используется специальный приборчик, который называется компас-пеленгатор, или по-английски bearing compass, да. Это на самом деле обычный компас, только на нем еще нанесены рисочки, да, и вы можете вот так вот сквозь него смотреть на тот предмет, который вам необходим. Они бывают разных, скажем так, производителей, но я могу сказать, что вот я уже многие годы пользуюсь, и очень много людей пользуются ими, да, и мне кажется, что это, наверное, самый лучший в мире компас-пеленгатор. Вот этот Plastima Iris 50, он стоит 80 евро, и вот... Я вам очень сильно советую купить его себе лично, потому что этот компас-пеленгатор реально работает очень круто и очень приятно, и очень просто. Да? Вы прикладываете его к глазу, направляете на какой-либо объект, и тут же видите на шкале, значит, значение вашего пеленга. Бывает, что, значит, вы спускаете сейчас бинокль с пеленгаторами. Да? Вот, значит, видите, вот увеличение 7 крат. Значит, это обычное стандартное увеличение морского бинокля, потому что если увеличение будет больше, то тогда на волне изображение будет дрыгаться, и ваши глаза очень быстро устанут. Да? Вы смотрите сквозь бинокль на объект, видите риски вот этого бинокля, и под ним же, да, видите значение, значит, вашего пеленга. Теперь давайте рассмотрим несколько вариантов пеленгации, определения своих координат. Первое – это пеленгация по трем точкам. Вам понадобится компас-пеленгатор, но любимый всеми нами бретонский плоттер, карта, карандаш с ластиком и блокнот. Больше ничего не понадобится. Первое, что необходимо сделать, нам необходимо выбрать точки, которые могут быть вами легко найдены на карте. Это могут быть острова, маяки какие-то, мачты, да? Это могут быть мысы. Важно, чтобы вы могли очень точно идентифицировать эти вещи, которые окружают вас в реальном мире, да, на карте, найти их на карте.